Вот так вас встречает Голливуд отель. Наш номер 213. Да, на контрасте после Севильи и Мадрида. Лиссабон, конечно же, не входит в пятерку моих любимых городов. Вот наш Сити хотел Голливуд. Ну, в общем, какой сити, такой и Голливуд. Заходим в наш отель. Главное, что красная звезда и красная дорожка. Мерлин Монро и Голливуд. Кто это у нас здесь? Молодой Элвис. В общем, заезжаем в наш отель, который называется City Hotel Голливуд. Такой вот маленький. Ага, вот оно. И сразу на входе вас встречают выпивкой. Прямо на ресепшн. Вот так вас встречает Голливуд отель. Наш номер 213. Заходим. Вау! Да это же просто королевские апартаменты. На 0,5 снимаешь? Да это же просто... Да. Вот теперь мы будем понимать, насколько была крутая наша... Зато матрица. Насколько была крутая наша Жеральда в Севилье. Кстати, нам завтраки сделали бесплатными. Мы немножко их расшевелили. И завтраки нам включили. За то, что нам не предоставили наш необходимый номер. Но здесь вообще настолько пролетарски. Непонятно, как она может в Booking.com называться 4 звезды. Это просто одна звезда плюс. Так что, в общем, в Лиссабоне жилье очень-очень даже простое. Зато есть утюг и доска. Ха, класс. Да. Завтрак не включен. 3 ночи 350 евро. Завтрак 12 евро. На самом деле тут все чистенько. Человека. Все чистенько, но очень все простенько. Без пафоса и истерики. Вот такой вид из окошка. И в Лиссабоне, конечно же, посвежее. Очень приятно вечером. Очень свежая погода, но пока что, где мы ехали, город довольно-таки грязный и пошарпанный. Ну, завтра все увидим. Симпатичная такая кафешка здесь, на минус первом этаже. Сладкий стол небольшой, но довольно-таки приличный. Диспенсер Нутеллы чуть меньше. Машина. Hello, good morning. It's 213. Yeah. How many persons? One person is coming, also there. Two persons. Yeah. Thank you. Здесь вот есть яйца, бекон, немножко фруктов, картошка, грибы. В принципе, все довольно-таки стандартно. И вот, вот такой вот. Такая вот терраса, как бы. С птицами. Довольно-таки симпатичный ресторанчик.